паук-птицеед. Название у него Громостола розовая. Ну, мы ее зовем Донна Роза. И ну, вот видите, если приглядеться, то даже видно, что она действительно немножко розовая. Паук-птицеед вообще птицами не питается. Просто первые исследователи Южной Америки, когда увидели там таких больших пауков, решили, что, наверное, они плетут огромные паутины тенета и ловят соответственную добычу, например, птичек колибри. Ну, это один из мифов. А что с ними происходит во время стресса? Осенняя хандра у пауков бывает? Нет, у пауков не бывает осенней хандры. Это все виды тропические. Там не бывает перепадов температур. Так как они ведут ночной образ жизни, наш короткий осенний и зимний день им тоже не вредит. Главное, чтобы было тепло, сухой уголок, влажный уголок и много вкусных тараканов и сверчков.